Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Дмитрий. Покупая свой автомобиль, я сразу подумал о том дне, когда я его буду продавать. Мне сразу представились сколы на стекле, на капоте, на фарах, царапины на дверях и довольное лицо покупателя, который на все это смотрит. Чтобы этого избежать, я обратился к Евгению, компания «Авто без забот», и мы с ним разработали и осуществили операцию по сохранению моего автомобиля. На сегодняшний день пробег 45 тысяч километров. Состояние такое, как вы видите. Нет царапин, нет сколов, нет каких-то других ненужных дефектов. Вот, собственно говоря, и все.